Уважаемые дамы и господа, мы находимся сейчас в Сочи. Будем смотреть очень интересный, классный обзор по жилому комплексу «Кислород», в котором мы успешно проводим ремонты. И наш прораб Александр снимает удивительно интересные со своим мнением обзоры по ремонту. Поэтому давайте сегодня мы с вами посмотрим, и вы подпишитесь на нашу страницу обязательно ВКонтакте. Не забудьте, что мы с YouTube-канала потихонечку переходим на страницу ВК. Ссылочки, описание, все это, конечно же, есть под каждым видео, поэтому присоединяйтесь и рекламируйте нас, делайте репосты. Вот, я напомню, что черновой ремонт в городе Сочи стоит 16 тысяч за квадратный метр, туда включены все материалы. Планировочное решение мы также делаем для вас в подарок. То есть вам не нужно будет переживать и думать, как вам сделать квартиру вашей мечты. За это возьмутся профессионалы с большим опытом и, конечно же, с хорошей репутацией, потому что мы уже более 4 лет работаем успешно в городе Сочи по ремонту квартир. Итак, давайте смотреть видео, ну и не забудьте подписаться на нашу страницу ВКонтакте. Друзья, всех приветствую в этом замечательном комплексе «Кислород». Сегодня будет обзор ремонтов, которые мы здесь проводим. Ну и покажу вкратце, поговорим о самом комплексе, как он устроен, вот, и так далее. Будет интересно тем, у кого здесь есть квартиры, да и тем, у кого квартиры в других комплексах. В принципе, технология ремонта, этапы работ все везде практически одинаковые. Ну и начнем вот с этого корпуса, с 7-8, то есть в доме два подъезда. Такой вот он 9-этажный. Снизу у нас есть парковочная зона. Ну, сейчас сюда зайдем, выход у нас сквозной, и заодно посмотрим ее. Так, ребят, вот такой паркинг здесь. В 7-м корпусе их два, то есть один здесь и второй на другой стороне. То есть здесь у нас получается здесь 2 места и здесь 3-4. То есть итого 6, ну и здесь, наверное, 1. 7 мест, вот такой паркинг. Здесь, кстати, парковочное место, оно идет сразу с кладовкой. Покажу, вот 20 квадратных метров. То есть здесь, в принципе, любая машина поместится. Высота, соответственно, тоже позволяет. Даже грузовик, наверное, можно поставить. Вот, вот такая кладовка еще входит сюда в комплекс. Сколько это стоит, не подскажу, но примерно, наверное, я думаю, 3 и выше миллиона рублей. Все уже размечено, покрашено, все, в принципе, красиво. Вот, а то, что касается мест, которые здесь на улице, то они ограничены, ребят. Здесь их совсем немного. Ну а сколько здесь квартир? Ну, наверное, очень много. Если посчитать по корпусам, то вот этот 7-8, дальше вот они еще 2, 9-10 и выше еще есть корпуса. В каждом корпусе по 300 квартир, в корпусе по 300 квартир. То есть вот этот домик у нас 600 квартир, а их у нас здесь, наверное, 12. Вот и считайте, больше 7 тысяч здесь квартир только. А сколько бы человек проживать, то есть и не факт, что еще на одну квартиру одна машина. Бывает и более. Такие дела. Ну, идем сейчас смотрим ремонты. Вот здесь 8-7 корпус. Здесь у нас 3 квартиры. Так, 19 этаж 7 корпуса, следующая квартира у нас 269. Здесь у нас подходит к завершению демонтажные работы. И сейчас будем считать и заказывать материал на дальнейшие этапы. Квартира 66 квадратных метров. Здесь был от застройщика выделен санузел, мы это все убрали. И будем уже строить свои перегородки. Здесь у нас по планировке кухня-гостиная. Здесь спальня. Ну и, соответственно, эта часть у нас будет выделен санузел с душевой. И еще один маленький отдельный туалет. Он просто будет с унитазом и раковиной. Здесь выделится небольшая спальная комната. 11 квадратных метров с кроватью двухспальней. Далее, здесь у нас спальная комната.
уже побольше, 15 квадратных метров. Здесь также будет установлена кровать. Есть балкончик. Давайте посмотрим. Один из здесь таких классных плюсов этой квартиры, это вот такие виды с 19 этажа. Такое море красивое видно. Все побережье. Очень красиво. И такой ветерок сейчас. Прям свежий от моря. Очень классно здесь находиться. Отдыхать. Лодочки катаются. Здесь вокруг, вот посмотрите, такой вот райончик. Бытха. Такой район достаточно старый. Вот. Пятиэтажки, там дальше вот 9 есть. Ну, в принципе, он такой зеленый и благоустроенный, достаточно и чистый. Дальше. Вот застройщика, кстати, здесь вот в квартирах предусмотрены вот такие радиаторы отопления. Мы их будем убирать. В этой квартире будем устанавливать коннектора. И вот такая кухня-гостиная. 22 квадратных метра. Здесь у нас будет кухонный гарнитур вот такой большой. Здесь будет посередине у нас стол, стулья, обеденная зона. И в этой части зона отдыха диван, телевизор там и так далее. Здесь также есть балкон с не менее классными видами. Так вот все это прекрасно. Ребят, здесь дизайн-проект, ремонт будет интересный, поэтому смотрите, не пропустите дальнейшие видео по этой квартире, ну и по другим. Так, начнем с 8 корпуса, входная группа, такая она здесь симпатичная, на мой взгляд. Материалы здесь применены качественные. Недешевые какие-то. Вот такой керамогранит здесь глянцевый на стенах. Надпись «Кислород». Потолок подвесной вот такой. Люстры красивые, подсветка. На полу, ребята, обратите внимание, тоже керамогранит широкого формата. И он, ну, недешевый далеко. Все выложено, сделано со вкусом. Здесь вот такая полоска граничащая. Тоже смотрится интересно, не просто. Ну и почтовые ящики, посмотрите, сколько их. Это вот у нас здесь, в этом подъезде, 289 квартир. Немало, да, так скажем. Здесь очень удобная навигация у лифта. Лифт, кстати, Otis. Премиальная линейка, очень хорошие лифты. И вот это... Очень хорошая штука, особенно когда ты здесь первый раз. Не знаешь, на какой лифт, на какой этаж тебе нужно ехать. Лифт здесь полностью закрыт на момент проведения строительных работ. Наш этаж 14. Так, ребят, следующая квартира у нас 7 корпус, 12 этаж. С такими классными видами, с балкона. Такой балкончик хороший. Для квартиры 23 квадратных метра вот этот балкон, он прям сильно выручает. Так, здесь у нас закончен уже первый этап. Штукатурка стен. Соответственно, все делаем по проекту. Здесь у нас дизайн-проект в этой квартире. Здесь будем делать монтаж звукоизоляции. Поэтому, кому интересно, следите. Вот. Здесь у нас цементная штукатурка, санузел и уже вытяжки у нас все готовы. Так, ребят, 14 этаж, наша квартира 204. Здесь у нас проходит черновой ремонт, черновой этап. И сейчас у нас идет монтаж электрики. Стены у нас уже все выведены. Штукатурка выполнена по маякам. Полностью во всей квартире. Посмотрите, каким образом у нас идет монтаж электрики. Все выводы согласно проекту размечаются. Коронится, вставляются под розетники. Провода все выпускаются на потолок. Вот так они идут по потолку, закреплены на площадке. Площадки устанавливаются таким специальным пистолетом тематическим.
все как в проекте, как согласовали с заказчиком. Зона у нас кухонная. Здесь, я так понимаю, варочная панель будет. Здесь заведен кабель четверка с запасом, потому что варочные бывают разные по мощности. Дальше, то, что касается здесь, у нас электрощит. Он уже установлен. Все провода заведены, уже все расключено. Здесь у нас 12, по-моему, мест для автоматов. И вот как раз этот щит полностью заполнен для такой квартиры. Это за глаза. Все распредкоробки подписаны. Пожарную сигнализацию мы не трогаем, она как установлена от застройщика. И здесь есть у нас слаботочная. Это у нас интернет. Здесь заведен коаксиал. Также есть домофон и ТВ-шка. В этой квартире ТВ-кабель мы не используем. Да и в принципе нигде он особо сейчас и не нужен. Все смотрят смарт-ТВ через интернет. То есть, что там 12 бесплатных каналов, я думаю, уже никого не удивишь. Ну и санузел, таким вот образом он здесь сделан. Также все необходимые выводы, все согласно проекту предусмотрено. Все еще не готово, как видите, на завершающей стадии еще уборка предстоит. Ну, в итоге, то есть, все получится чисто, аккуратно и красиво. Уже есть такие квартиры на кислороде, я вам покажу. Ну и здесь в этой квартире есть балкон. Это такой большой плюс, вот такой вот он, со стеклянным ограждением. Но виды пока с него не очень, еще стройка идет полным ходом. Я надеюсь, вам этот обзор понравился, поэтому ждем ваших обращений по телефону, который вы видите на экране. Зайдите, посмотрите на нашу страницу ВКонтакте, где много полезной, интересной информации. Она будет еще более полезна, потому что мы наполняем его. Все наши, так сказать, удачные работы и так далее, к сожалению, посмотреть можно только на канале YouTube. Но если будет такая возможность, мы сейчас будем пополнять наши какие-то обзоры именно готовых ремонтов, которые у нас постепенно будут пополняться. Поэтому ждем ваших обращений. Не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Будем рады ответить на любой вопрос. Пока!